Существовало множество типов головных уборов, немало способов их носить и завязывать. И каждый способ определенно говорил о статусе и возрасте носящего его. В женском головном уборе отражалась наибольшая информация, потому что женщина не заявляла о себе иначе, кроме как через язык одежды. Шапочки были распространены на всем Северном Кавказе, но именно у адыгов они представлены в разных формах, так как их носили все женщины, независимо от статуса. Сама шапка, ее цвет, форма, навершие – все несло свой смысл. Шапки адыгов и, в частности, у кабардинцев имели очень разные формы. У кабардинцев они были выше, у западных адыгов они были пониже, так называемые татарпы, разных форм. И, в частности, среди этнических групп на Кавказе у адыгов они самые разнообразные по формам. Конечно, первоначально каждая девушка вышивала для себя этот аксессуар и создавался этот костюм, вернее, как бы аксессуар для костюма особо. Особенной девушки, а позже уже в артелях стали их создавать как тип такой шапочки. И, собственно, они стали уже быть распространенными, однотипными по всему Северному Кавказу. Шапочки надевали, выходя в свет, для особого события, где должны присутствовать чужие люди при появлении гостей. Маленькие княжны в 5-7 лет начинали носить костюм и головной убор, напоминающий костюм матери. Это была лишь форма игры. По-настоящему девушка начинала покрывать голову шапочкой в 14-15 лет. На нее смотрели уже как на будущую мать. Чем выше была шапка, тем выше и статус. Чем более яркого цвета, тем моложе ее носительница. Более темные, насыщенные тона носили женщины зрелого периода. Яркие гранатовые или пурпурные оттенки могли себе позволить только молодые девочки. Адыги носили шапки. Это было распространенной атрибутикой, необходимым аксессуаром целого ансамбля одежды. У других этносов этот предмет встречается реже. Со временем мода распространялась и влияла на соседние территории. Позже, когда началось передвижение, ассимиляция народов или захват территорий, естественным образом стали происходить изменения в жизни, в культуре, в том числе и в костюме. Начали встречаться менее высокие шапки. Их форма была уже более собранная, лаконичная, в форме купола, завершающего человека. Характеризовали этнос, как правило, навершие. Надо понимать, что головные уборы создавались не только для того, чтобы продемонстрировать статус или подчеркнуть красоту. Женщина являлась носителем субстанции, которую нужно оберегать от внешнего мира. Она являлась продолжением верхнего мира. Птичка выступала в качестве символа духа, души, которая несется вверх, и объединяла очень много смыслов и знаний. О птичке можно говорить не просто как о красивом элементе, но и как о знаке. Этот знак присутствовал и в языческом периоде, и если дальше линейно продолжать, это и христианский период, и
постхристианский период, да, когда мы в таком периоде смешения, да, направлений там, религиозных, мистических и так далее. Но тем не менее птица как символ женской души имеет определенно знаковый смысл. Это продолжение жизни. Птица – носитель чьей-то души, она связана с верхним миром, да, и с нижним миром. И переносясь между кронами дерева верхнего мира и опускаясь на землю, собирая зерна, таким образом идет как знак перевоплощения. Каждая деталь костюма выражала какую-то особую подсознательную часть человека, его связь с природой. Прообразом всего костюма является древо жизни. Если мыслить аллегорично и соприкасаться с мифологией, то понятно, что женское тело было представлением вообще как мировое древо, как древо жизни. И тогда, если продолжать эту аллегорию, подтянутый женский стан, это был торс, это было стволом дерева, руки апатхампа, это были продолжения кроны дерева, ветви. А нижняя часть, углубленная в землю корневая система, это подол платья, удлиненный и сочлененный с землей фактически, да, где борта упираются в землю. И таким образом понятно, что в кроне этого дерева, подтянутого стана, уходящего кроной вверх, рождаются новые жизни. И в кронах этого дерева селятся те самые птицы-души, которые являются навершием шапочки. В первую очередь, покрытие головы – это защита и оберег женщины. Только потом – демонстрация наряда, эстетическая часть и вдобавок – статусная часть, указывающая на то, кто перед тобой стоит. Кроме того, это было и территориальным обозначением. Также очень распространены на Кавказе были и платки. Ими принято было одаривать женщину. В платке она чувствовала себя укрытой, защищенной. Волосы всегда имели некое таинственное, сакральное женское значение, связанное с символами земли, верха, духа, нижнего такого слоя. И таким образом всегда волосы использовались в магических целях. С одной стороны, волосы прикрывали для того, чтобы укрыть от дурного глаза. С другой стороны, волосы прикрывали для того, чтобы не вызывать двусмысленного взгляда со стороны, поскольку они всегда являлись украшением женщины. И таким образом укрывание волос, да, под платком, под шапочкой всегда считалось особым знаком сохранности женского пространства от магических дурных знаков, да, от сглаза, собственно, ну и, конечно, от двусмысленного мужского, чужого взгляда. Если в своем раннем периоде головные уборы представляли собой высокие конусообразные шапочки, напоминающие шлем воина, менее декорированные с нечетным количеством тесемок, то позже появляется больше орнаментов, декоративных элементов и украшений. Становится меньше металла. И даже элемент орнаментики уже не несет никакой смысловой нагрузки.